Ребят, привет! Это первое видео из серии видео будет про то, как я онлайн буду считать какие-то группы автомобилей, автобусы. Сегодняшняя тема авто до 500 тысяч рублей, гибриды, минивены, ВДовые машины, кроссоверы и так далее. Будет очень много видео, поэтому подпишитесь на канал, и в будущем вы найдете обязательно для себя автомобили, которые вам интересны, и я перед вами, перед вашим экраном их посчитаю. Сегодняшняя тема – это автомобили до 500 тысяч рублей. Это очень популярный сегмент, но почему-то у нас очень мало предложений, мы мало внимания обращаем на него. Надо исправлять эту ошибку, и поэтому я начну данное видео с очень приятной новости. То, что по маленьким машинам мы чуть-чуть поджали наших подрядчиков, перевозчиков по Японии, судовладельцев, декларантов. Сейчас работаем с автовозчиками, чтобы они дали хорошие цены нам на перевозку маленьких кейкаров. И тем самым я вам могу сказать следующее. То, что на все автомобили до 500 тысяч рублей, кто пришел с этого видео, мы готовы сделать скидку 20 тысяч рублей. Я вам сразу буду считать со скидкой. Не обращайте внимания на калькулятор, либо можете считать через калькулятор и отнимать 20 тысяч рублей. Я думаю, очень приятный бонус. Это примерно 7%, 5-7% от стоимости данных автомобилей. 20 тысяч рублей – это хорошая скидка на такие маленькие машинки. В принципе, все, поехали считать. Первая машина – это будет Suzuki Alto. Что сразу же прошу заметить, то, что у нас пробеги будут, я буду считать, до 100 тысяч, потому что у машин этих маленький объем мотора, и если вы купите, не дай бог, какую-то машину со скрытым пробегом, это будет, конечно, караул, потому что моторы бывают, доходят до 100 тысяч рублей на некоторые вот эти вот модели. Поэтому, ребят, даже если вы будете покупать в РФ вот такие вот маленькие тачки, обязательно проверяйте ее по всем фронтам, желательно найдите настоящий пробег, обязательно залазите в мотор, смотрите, вообще мотор живой или нет, потому что моторы очень дорогие, маленькие моторы, они дохнут, и поэтому их разборки продают очень дорого. Так, пробег до 100 тысяч, поехали. Я буду считать в основном передний привод. Передний привод, ВДовые варианты, если вы хотите, то вам нужно обратиться в нашу компанию, и мы вам посчитаем ВДовые какие-то варианты, может быть, какие-то другие комплектации. Вот такая вот машинка, Suzuki Alto, маленькая. Ну, возьмем вот 57 тысяч пробег, четверка оценка, цвет белый акрил, нормальная. Даже вот есть 8 тысяч, правда, она подбитая. 25 тысяч пробег. Ребят, поясняю, я буду брать в расчет, вот видите, продан после переговоров. Но примерно эти машины продаются вот в эти деньги. И также я буду обращать внимание на непроданное авто. Вот, допустим, 19 тысяч пробег, 198 не продан. Мне без разницы, продана машина, либо не продана, стоит у нее зеленая цена, либо не стоит. Потому что если машина не продана, это все равно на эти цены можно ориентироваться, потому что рынок дает за данную модель подобного пробега, подобного года, подобного кузова, рынок дает вот такую стоимость. Продавец хотел больше, но за данные деньги эти машины продаются. Поэтому я буду брать в расчет цены непроданные. Так, ну, в общем, 200 тысяч йен. Можно взять живую Альту. Так, будем быстро проходиться. У нас очень много машин. Внизу под видео будет таймлапс. Будет расписано, где какая модель на каждой минуте, секунде. И также будут ссылки на наш каталог, где вы можете посмотреть данные автомобили более поподробнее. Также вы можете воспользоваться статистикой. Если вам неохота считать, вам нужен какой-то определенный цвет, вы можете сразу писать нам, либо звоните, мы вам посчитаем, скинем варианты вот этих вот всех машин, либо любых других. И не забывайте про скидку 20 тысяч рублей. Чтобы вы получили скидку 20 тысяч рублей, вам нужно сказать YouTube до 500. Все, менеджер вам сразу же считает стоимость на 20 тысяч ниже. Так, данные, так, сколько, 200 тысяч. 200 тысяч. Так, цена у нас получается
Так, то сейчас сразу пробьем на проходимость. 200. Так. Что это за цифра? 8. Я сейчас пробиваю номер кузова. Номер кузова на дату производства, потому что это очень важно для таможни. Сейчас что там? Так, неизвестный формат. Неизвестный формат. Зарегистрировано 12 декабря 2014 года. Ну, скорее всего, да, на 2014 года. Ладно, окей, поехали. Так, данная машина получается 316 без скидки, минус 20 тысяч рублей, 295 тысяч, очень хорошая цена. 295 тысяч. Suzuki Solio, мы недавно купили эту машину, мне она очень понравилась внешне, у нее мотор 1.2 еще. Suzuki Solio. Suzuki Solio, 14-15 год. Так, 1.2 мотор, 91 лошадь. Ну, нормально. Нормально. Я смотрю автомобили, примерно цены от скольки начинаются. Это 3.5 R-ки, ничего страшного. Вон аукционы CEA, вообще хороший аукцион. Посмотрите вот на вот эту симпатягу. Вообще, фары, высокая крыша. Посмотрите на заднюю часть, на пятую дверь, как она сделала. Вообще, двери купе, вообще мне нравится машина. Так, вот я ее уже открывал. Suzuki Solio. Так, 234 тысячи йен. 423. Со скидкой 400 тысяч рублей. 2014-15 год можно их взять. Напоминаю, вот такая вот симпатичная машина. Так, идем дальше. Mitsubishi IK Wagon. Вообще правильно говорить Mitsubishi. IK Wagon. Так. Так, ну вот, это вот такой вот автомобиль. Тоже симпатично, мне нравится у него оптика. 30 тысяч пробег, R-ка. Вот такой вот красный. Я его тоже открывал, уже смотрел его. Очень интересная модель в интересном цвете. Цветная для девочки, вообще сказка. Еще и сейчас цена будет очень хорошая. Посмотрите на салон. Белый большой спереди диван, разделенный, вот подстаканник тут, правда, на крутилках. Ну и мафон обычный, ну ничего, можно докупить себе за 5000 рублей мафона, радоваться. Так, 271 не продан, но, как я сказал, 270 будем ориентироваться на эту стоимость. 358 минус 20 тысяч рублей, 338 тысяч за IK Wagon. Очень симпатичная машина, посмотрите, вообще. Так, идем дальше. У нас Daihatsu Mira, популярная машина. Мне визуально она не очень нравится, но сам факт, это популярная машина. Четверка оценка, 23 тысячи пробег, 203 тысячи йен продано, 295 тысяч рублей. Хорошая цена. Но внешне мне не очень нравится. Еще и две двери. Subaru Pleo Plus. Пока можно съесть японскую мармеладку. Вкусную. Почему вот у нас вот такую вот штуку не возят? Очень крутые вещи. Стоят 30-40 рублей на японском рынке. Ну, во всех магазинах. Ну, пусть у нас даже по 100 рублей бы продавали. Вообще нет подобного, а вкусно, караул. Subaru Pleo Plus. Поехали. Такая вот симпатичная машина. F-Smart Assist.
пафосное название комплектации, 74 тысячи пробег. Посмотрим, сейчас может меньше есть. Так, вот я тоже смотрел, смотрите, 83 тысячи, 4,5 оценка. Да, темно-синяя, в темном цвете они вообще очень хорошо выглядят. Так, эта машина 350 тысяч. 350, но это в тем... А, это она стоит почти... Так, 250 тысяч йен надо вставить, правильно. Где-то 2-300 долларов они стоят. 325 тысяч рублей за Subaru Pleo Plus. Живые варианты. Вот такая вот симпатичная машина. 4 двери, темно-синий цвет, красивая оптика. Нормальный обычный салон. Передний привод. Следующая машина. Mitsubishi Minicab Миев. Прошу обратить ваше внимание на следующее. Вот смотрите, сейчас я открою какую-нибудь машину. 18 тысяч пробег, РК оценк. А, это у нас автобус, да, идет, он, наверное, задний привод. Но можно взять и водовый за такие же деньги. Вот он. 3,5 оценка, 80 тысяч пробег. Ну-ка. Вот 12 тысяч пробег, четверка оценка. Вот такой автобус. Правда, конечно, по башке получал. 40 тысяч пробег, 3,5 оценка. Во, нормальный вариант. Вот этого мы и посчитаем. Mitsubishi Minicab. Идеальный вариант для малого бизнеса. Что-то развозить по городу. Такое не тяжелое, прям. Так, не указана мощность двигателя. Так, сколько? 265 тысяч. Мощность ЛС поставим 64. Все равно не играет роли. Так. 335 тысяч рублей. Ребят, посмотрите. Так, вот на нем номеров нету. Вообще, вот на данных машинах, я их заметил, в Японии их очень много. Их очень много ездит по Японии. Смотрите, видите, желтые номера у них. То есть эти машины получают налоговые поблажки, они получают поблажки по парковке, они еще могут заезжать туда, куда не могут заезжать большие машины. Большие машины, ФИТ уже большая машина считается. Вот. И, в общем, государство субсидирует данные направления автомобилей, чтобы люди их покупали, тем самым занимали мало места на парковках, чтобы они не портили экологию. Чтобы это было все доступнее, мотивировали людей иметь маленькие автомобили. Поэтому их очень много ездит. И поэтому, вот мы сейчас вот смотрим, да, они просто десятками тысяч продаются, вот какие-то вот такие модели. Ну, не Minicab, а вот, допустим, Daihatsu Move, Suzuki Wagon Air, там, Nissan Days и прочих, просто десятками тысяч продается на аукционах. Поэтому отсюда их очень много в Японии из-за налоговых поблажек. Я бы тоже сел. Ну, допустим, да, вот, допустим, дочка сдала на права, и купить ей вот такую машинку, просто поучиться ездить, она маленькая, и с парковкой не будет проблем. Я бы вообще бы дочке бы купил бы, пусть ездит, радуется по городу. Так, итак, Mitsubishi Minicab, это маленький автобус, 4 ВД можно взять за 335 тысяч, пробеги есть очень маленькие, 20-30 тысяч. Так, идем дальше. Daihatsu Move. Очень популярная машина. Но мне не очень нравится, как она выглядит. Посмотрите, 32 тысячи было продано за 3 месяца. Очень много. Так, в общем, они стоят где-то 2-300 долларов. Такая вот машинка. В принципе, симпатичная. Вот особенно, вот смотрите, вот ниже 83 тысячи пробег. Ну, пробег как бы такой, но смотрите, цвет, голубой цвет, очень красивый. Еще и на колесах. Ой, ее посчитаю. Мне нравится. Но пробег уже ближе к сотне. Ну, я думаю, до 150 она пробегает без проблем. Вот такая вот красотка. Я первый раз эту машину, ну, вообще как-то обратил на нее внимание, ехал с Ливадии, с моря, и передо мной в пробке ехала вот эта машина, и она мне понравилась своей пятой дверью. Она открывается, как у, ну, как у кроссоверов, как у скудиков, как у прадиков. Ну, в бок. Очень интересно. Вот видите, у нее есть нюанс на левой задней двери. Поэтому она так дешево продалась. В таком интересном цвете. Давай все-таки глянем нормальную машину. 55 тысяч пробег.
Так, ну что-то здесь, честно говоря, так себе. Варианты не очень. Не, ну вот нормально. Эра. Нормальная машина, 87 тысяч пробег. Давайте ее возьмем. Так, она бы получилась 320 тысяч рублей. Нормально. Со скидкой. Так, Suzuki Wagon R. Suzuki Wagon R. 44 тысячи их было продано. Очень много. 14-15 год. Поставим еще за последний месяц. Тут что-то очень много выдачи поисковой. 32 тысячи пробег, РК оценка. РК оценка розового цвета. Вообще. Сказка. $2000. Они начинаются за нормальные варианты. 300 тысяч рублей. Давайте пробьем ее на всякий случай. 300. Ой, дай. 82. 5, 8, 1. Декабрь 2014 года. Проходная, я уверен. Mazda Corolla. Людям нравится мнение, допустим. Corolla. Их мало. Вот, видите, всего даже 2000 нету. Давайте посчитаем быстренько. На одну страницу вообще. Так, вот я открывал. Хороший вариант. 29 тысяч пробег, 4,5 оценка, 295 тысяч йен. Дороговато. Но это Mazda, потому что 353 тысячи. 3000 рублей. Следующий у нас опять автобус. Это будет Honda Vamos. Они есть как грузовые, грузопассажиры, так и пассажиры. Мы, наверное, посмотрим грузопассажиров. У них отличается пластиком. Отличается пластиком в багажнике. Вот такой вот автобус. 660 объем. Вот они есть водовые. И продаются они за где-то 300... 80 тысяч. Вообще, посмотрите, какой симпатяга. Кузов HM 2 вообще хорош. 63 тысячи пробег R-ка. Четыре ВД. Вообще хороший. Прям достойный автобус. И выглядит нормально. Так, сейчас посмотрим. Да, видите, у него лавка сзади. Вон у него железо открытое. На двери железо, задние окна на... Ну да, он железо везде, но сам факт, симпатичный автобус работяга. Сколько ты будешь стоить? $400 000. Нормально. Ну, их можно взять подешевле, заднеприводные. Наверное, я назову цену 380. Вот, смотрите. Вот он. Это на коробке HM 4, 91 тысяча, четверка пробег. Четверка оценка, 91 тысяча пробег. 380 я за него дам цену. Да ладно. Даже 330 тысяч. Honda Vamos 330. Самый старт за задний привод. Хорошая цена. Так, идет Nissan Kicks. Это сын Mitsubishi Pajero Mini. Их нету новых. Ну, типа 14-15 год. 58 тысяч. РК оценка. 240 ТЦ. Ага, нормальный вариант.
Честно говоря, я вот в Владивостоке не видел таких вот. Все-таки берут Pajero Mini. Kicks не берут. Но, я думаю, Nissan фигню бы не сделал бы. Даже если они запартнерились по данной тачке с Mitsubishi. 240, старше 7 лет. 416 тысяч рублей. Нормальная цена. Нормальная. Так. 240 тысяч йен. Все ли корректно я посчитал? Да. А, со скидкой. 295. 295. 395. Так, идет следующий у нас Mitsubishi Pajero Mini. Pajero Mini. Тоже посмотрим 8-11 год. Прошу вас помнить, что считаем пробег до 100 тысяч. Чем меньше, тем лучше, я выбираю еще. Так. Так, 53-й кузов нам не нужен. Нам нужен H58A. РА 61 тысяча пробег. Какого-то темного цвета. Так. Почему тебе РКу поставили? Не вижу замены. Ну ладно, РКа да РКа. 8-й год. Pajero Mini. 58-й кузов. Симпатичный такой вот Pajero-ик. Так, 220 вас можно покупать. 385 тысяч. 61 тысяча пробег. Хороший вариант. Nissan Moka. Nissan Moka. Популярная машина. Но мне не нравится. Внешне. Так, вот такая вот коробка на колесах. 32 тысячи пробег. Комплектация S, R-ка оценка. 14-й год. Передний привод. Вполне. Для нас подходящий вариант. Такая вот машина. В таком, в каком-то перламутровом цвете. Так, 325 тысяч. Да, все верно. 325. Ну, вот за вот такой вот маленький автомобиль. Nissan Moka. Так, идем дальше. Идем дальше. О, вот это красивая тачка. Мне вообще нравится. Nissan Days. Nissan Days. В общем, вот в этом сегменте, вот где-то 700 до 700 кубиков, реально симпатичные тачки. Мне очень нравятся. Есть из чего повыбирать. Так, сейчас. Двадцать восемь тысяч пробег, РК оценка. Посмотрите, вообще симпатяга. РК оценка продаются уже где-то по 220 тысяч. Highway Star есть комплектации, правда он чуть подбитый. А давайте посмотрим вариантик. Вот 204 оценка.
Вообще хорош. Ну да, Highway Star надо брать. Вообще отличный вариант. Highway Star X. А, какой год? 14-й год. 64. Пробег. Четверка. Оценка 231 тысяча не продан. Но не суть. Мы будем ориентироваться на эту цену. Так, 231. А, еще плюс данных авто, то, что их торгуется каждый день очень много. То есть каждый день можно ставить, если вы смотрите несколько моделей, можно ставить 30 ставок. И, ну, их, они покупаются очень быстро. 315 тысяч. Он за вот этого красавчика. Как вам? Надо брать. Следующая машина. Daihatsu Bun. Литр. А, точно, они ж литровые. Да. Так, давайте посмотрим. Вот я уже смотрел 2014 года. А, 15-й даже, да, год. Сколько они стоят? Они стоят 450 тысяч в йенах. Это я вам даю цену со скидкой 485. Так, где это? 485 тысяч за бун. 15-й год. 92 тысячи пробег. Ну, как бы, у него нету, смотрите, они продаются на тендерных аукционах, у них часто нет оценок, у них есть просто перевод и оценки нету. Но ничего, надо делать перевод, то есть, если нету оценки, это ничего не значит, то, что это плохая тачка. Но сейчас я вам покажу секрет. За 15-й год 485. А сейчас мы данную тачку посчитаем 12-го года и 13-го года. Вот, они уже стоят других денег. Вот я тут уже смотрел. 63 тысячи пробег, четверка оценка, меньше на 30 тысяч пробег, 181 тысяча йен. А, они идут до рестайловые, да, в 2013 году у него другая решетка и чуть другая фара. Так, остопори, остопори. Да, до рестайл, но не суть. Пострите диван, как в пасса, наверное, даже лучше. И данные тачки стоят 380 тысяч. На сотню дешевле за Дори Стайл. Не знаю, я бы, наверное, брал бы Дори Стайл. Сотня на кону, сотня. Ну что, идем дальше. Так, Бун мы посмотрели. Сейчас будем смотреть. Mitsubishi Mirage. Они тоже литровые. Мне очень нравится. Я их называю это маленькие РВРы. Сейчас посмотрим. Литр 78 лошадей. А, они есть 1,2 литровые. Ну, мы посмотрим литровые. Так, вот этого я открывал. 24 тысячи пробег. 15-й год. 15-й год. Посмотрите, это маленький РВР. Симпатичная машина вообще. Вообще хорошая. 415. Так. 415. А сейчас мы сделаем такой же фокус. Мы посмотрим их 12-го. 13-го года. 63 тысячи пробег, четверка оценка, 159 тысяч йен продан. Литр. 69 лошадей. Не 2012 год вообще со спойлером, со весом. Ой, вообще симпатяга. И он бы стоил бы 365. Нормально. Ну, полтинник разницы, как бы, не сотка, как в Daihatsu Boom. Ну, не знаю, вам решать. Так, следующую машину посмотрим. 8-10 год посмотрим. Рамные легендарные джипы, которые подвергаются тюнингу очень злому, которые лазают везде по грязи. Так, вот я тут смотрел варианты. 100 тысяч пробег. Четверка оценка. XG комплектация, по-моему, на коробке. Нет, на автомате. Хороший вариант, кстати. Такой беленький, аккуратненький. 317 тысяч йен.
со скидкой 440. Нормально. 440 тысяч. Если вы хотите пробег поменьше сотни, вот где-то вот там 41, да? Да. Ну, они уже стоят где-то на 50 тысяч рублей дороже. Это уже будет 490. Вот за такой вариант. С рейлингами. Он на коробке еще. Он на коробке, на дисках. Темная фара. 490. Ну да, 495. С багажником на крыше. 82 тысячи пробег. Ну, тоже нормально. Комплект колес, причем. Ну, такая, конечно, потертая, но грязевочка, сам факт. Нормально. 460 тысяч. С комплектом колес. Вообще хороший вариант. 2008 год. Ребят, ничего то, что я пью чаек, там напишите в комментариях, раздражает вас, нет, просто, ну, как бы, видео долгое, вот, и как-то скрасить свой подсчет, хоть мармеладкой с чаем. Так, следующая это вообще, Honda N-Wagon, тоже красивая тачка, она мне очень нравится, она даже мне нравится больше, чем Honda, точнее, Nissan Days, вот Honda N-Wagon. Honda в дизайне сейчас делает вещи. Так, смотрел Сеи Токио. Вы посмотрите на вот эту машину. В черном цвете. Вот эта оптика, решетка. Сказка, а не машина. 72 тысячи пробег G. Комплектация. Вообще. Кузов D, салон C. $325 тысяч рублей. Honda N-Wagon. Вот такая вот симпатяга. 660 кубиков объем. Что еще тут есть? Беленький вот такой, 17 тысяч. Вообще красавчик. G-Turbo Package. Вообще хорош. Вообще, я вам говорю, Honda, они вот, ну, в отдел дизайна наняли правильных людей. Следующая машина. Так, Subaru Stella машина следующая. Даже таких машин ни разу не видел. А, Subaru. Subaru Stella. 36 тысяч пробег. LS Smart Assist. 3.5 оценка. 420 тысяч. Ну, тоже ничего такая. На дисках. Чем-то похоже на Nissan Days. Ну, ничего так. Но, конечно, подороже они идут. Так. 420 тысяч йен. 425 тысяч. 428. 425 тысяч. Subaru Stella. Передний привод. 14 год. 660 пробег. 660 объем. Пробег 36 тысяч. Так, идем дальше. Nissan Leaf. Он тоже же попадает, пусть это электрокар, но он тоже попадает в сегмент до 500. Так, Nissan Leaf. Сейчас посчитаем и Zeo, и Azeo. Так, данную машину рассчитать самому... Ну, саму в плане обычного пользователя очень сложно, поэтому мне понадобится ТКС. Сейчас таможня проверяет всех лифов. В общем, всегда это был бред собачий. То, что в СМИ писали, на электрокары отменены там
пошлины, все это бабушкины сказки. Всегда был НДС, всегда был акциз, поэтому не слушайте эти СМИ. 100 тысяч пробег, четверка оценка. Так, сейчас посмотрим. Вот такой вот у нас лиф. Чистенький вроде. Но 100 тысяч пробег, не знаю. Ну, наверное, делений 8 у него. Делений 8-то осталось. Не вижу. Так, ну ладно, сколько он у нас стоит? Ладно, окей. Видите, калькулятор не видит объем кубов, и поэтому он не может его считать. 238 тысяч рублей он стоит в Японии с доставкой. Стоимость, ну, где-то 2700 долларов. Объем 0. Электрический. 5-7 лет, даже больше 7 лет. Мощность 110. 75 тысяч пошлина. 75. Так, итак, переходим к расчету. Складываем вот эту стоимость. 238. 238 плюс его растаможка 75, 762. Плюс 55 оформления и минус скидка от нас 20 тысяч рублей. 348 тысяч это у нас ZEO. Самая первая модель, это вот такой вот автомобиль. ZEO комплектации X, самый старт, 348 тысяч рублей. Так, что если вы хотите пробег поменьше, если вы хотите там 60-50, вот я тоже смотрел вариант, 63 тысячи пробег, X комплектация, четверка оценка, 351 тысяча, это плюс 27 тысяч рублей. Ну вот, с пробегом где-то 60-70, ну 55-70 будет стоить 375 тысяч. На 25 тысяч рублей дороже. Так, а давайте посмотрим Азео. Мы на прошлой неделе купили черного Азео. Но мы дорого взяли там, что я хотел. Прям такого. Ну, был у него бюджет, и, ну ладно, окей, возьмем. На черном салоне он еще хотел. 600 тысяч йен, по-моему, его взяли. Так, я сейчас смотрю на Azeo X Black. Это у него, наверное, черный салон идет. Черный салон. Вот такой вот симпатичный лиф. 76 тысяч пробег, четверка оценка, 470 продан. Так, переходим к расчету. Нам также, он говорит, я не могу считать. Окей, посчитаем руками. 338 тысяч он стоит с доставкой в Японии. Так, стоит 338, ну это где-то... А, 470. 470 тысяч йен. Это примерно где-то 4550. 4550. 4550 долларов. 120 тысяч йен пошли на... Вот вам и электрокары. Точнее, наше законодательство, которое не стимулирует ввоз подобных автомобилей, которые дают нам возможность дышать в городах. 458 тысяч плюс 55 и минус 20 тысяч. 493. Залезли до 500 тысяч. Так, Nissan Leaf, Azeo. Азео 495 тысяч. 493, если быть точным. Хорошая цена. Я бы взял бы. По электрокарам, по лифам, если вам сложно рассчитать, если вы хотите получить консультацию, сколько какой пробег, там
Кстати, сейчас японцы указывают в переводе, сколько остаток делений, поэтому, в принципе, можно покупать с аукциона. Вот раньше не писали, сколько было делений у лифов. Было сложно купить, ну, какую-то вот прям максимально хорошую тачку. Сейчас указывают количество делений, поэтому, ребят, зачем вам платить по ценам на рынке, которые привезли этот автомобиль и продаются со своей наценкой, когда вы можете заказать лифа напрямую с Японии. У вас есть многообразие цветов, выбора, вариантов состояния под любой бюджет от 300. Сколько у нас лиф? Я дал 348, самая низкая цена. Но только не берите бэушные лифы в России. Покупайте беспробежные. Хотя бы на рынке. Ладно, берите на рынке, а по-хорошему вообще из Японии. Потом эту тачку я бы бэушную в России я бы не взял бы никогда. Никогда я бы не взял бы. Я не знаю вообще, что с ней было. Еще там ПТС-ка там 1,5 года назад выданная, год назад. Лазили ли туда в батарею, не лазили, я не знаю. Поэтому я бы лично бы покупал бы однозначно, ну, беспробежный вариант. Так, ну что, ребят, пойдем дальше. Что-то мы задержались на лифах. Следующая машина Toyota Passa. Выдовую, не выдовую, посмотрим. Toyota Passa. Так. Давайте начнем их с 12-13 года. Смотреть, у них литровые моторы, которые не попали в категорию увеличение утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года, поэтому их можно завозить за адекватные деньги. КГС-30 это у нас передний привод, КГС-35 это ВД. Так, ну вот, 62 тысячи пробег, четверка оценка, 12 год. Смотрите, нормальная машина. Low K. 49 тысяч пробег. Тройка оценка. Давайте посчитаем. Передний привод. Какого-то темного бордового цвета. Джуха Кайда. Северный район. Надо обязательно делать переводы на ржавчину. Ребят, еще вот смотрите, Джуха Кайда это север. Обязательно нужно делать перевод, поэтому ваш менеджер должен сам вам говорить, ваша тачка торгуется на севере, мы сделали перевод, у нее там следы ржавчины, обильная ржавчина, сильная ржавчина. Японцы расписывают критерии по ржавчине, может быть коррозия даже. Если вам менеджер предлагает северные варианты, это Саппоро, Хоккайдо, и ничего не говорит про ржавчину, будьте очень внимательны. Вам могут купить плохую машину и, ну, скрыть от вас то, что у нее в переводе уже были отметки про ржавчину. Мы сообщаем на каждую машину честный полный перевод, как оценили японцы, и вы сами принимаете решение, ставить, не ставить. Мы даем лишь свою рекомендацию. Мы бы ставили, мы бы не ставили, критично, не критично. Если бюджет очень ограниченный, то ну, ржавчину надо ставить. Как бы следы ржавчины, может быть болт в ходовке ржавый, и японец следы ржавчины, ржавчина напишет. А вот обильная ржавчина, вот это уже плохо. В общем, у вас должен быть опытный менеджер, чтобы покупать вам автомобиль. Поэтому, если вы работаете с другой компанией, будет, ну, очень как бы внимательно относитесь вот к таким моментам по переводу. То есть сообщает ли вам менеджер полный перевод на ваши желаемые авто, которые вы хотите поставить. 102 тысячи йен. Так, старше 5 лет. За минусом скидки 335 тысяч. За пробег 49 тысяч. 335. Самый старт цен. Давайте посмотрим на водовые варианты. КГС 35. Так, ну вот 78 тысяч пробег. Такой вот белый, мой любимый цвет. Кстати, белых пассов очень мало вообще у нас в городе.
12 год. Так, старше 5 лет. Старше 5 лет. 380. 384 ВД. 2012 год. Давайте посмотрим свежие варианты. Это у нас будет 14-15. Популярная машина Toyota, пусть литровый мотор, который также идет на ВЦ. Но машина очень популярная. Такой вот синий-голубой пасик. 514, 495 за 15 год, 495 тысяч, 2015 год. Это выдовый, переднеприводной будет подешевле, я уверен. Сейчас проверим. КГС-30, передний привод. Так, ну что, ну вот такой вот вариант. Белый, X комплектация, Low K, 254 тысячи, Jumi Yagi. Хороший аукцион, мне нравится машина, которые приходили оттуда отметки. Ну, соответствует аукционнику. Так, вот смотрите, вот нам сфотали днище. Что мы можем здесь увидеть? Видите, здесь есть ржавчина. Ставил бы я... Честно говоря, не знаю. Наверное, я бы посмотрел бы другой бы автомобиль. Но если у вас очень ограниченный бюджет и вы хотите эту тачку, вам придется ставить. Передний приводной вариант. Если ржавчины под днищу, 387 без скидки. 367 со скидкой. 367 за 2014 год. Очень хорошая цена, я считаю. Давайте его пробьем на проходимость. Так. Номер кузова 017-5089. Февраль 2014 года, проходной. 367 за 2014 год, передний привод. Такая же машина, но 2012-2013 года будет стоить на 30 тысяч рублей дешевле. Выбирать вам. Я бы брал бы все-таки, если бы я брал бы себе ездить, я бы, наверное, брал бы только, ориентировался бы на состояние, потому что, как бы, год, не знаю, вот видите, да, 14-й год, а у него, ну, следы ржавчины. И когда вы будете выбирать такую машину в РФ, пробежную, на рынке, люди замаскируют эту ржавчину, они задуют антигравием. Вы посмотрите на год, вы посмотрите, о, ну там 86 тысяч пробег, ну в принципе нормально для литрового мотора, и купите. А потом у вас из-под задутого днища полезет ржавчина. Неприятно, неприятно. С вас еще заработают 30-40 рублей. Выбирать вам. Так, следующая машина, это родственник Passa, это Toyota Vitz. Toyota Vitz. Тоже литровая. Посмотрим литровую 1.3. Так, литр. KCP 130. Но Vitz, конечно, вот у Passa. У них очень крутой диван спереди. Это просто, я не знаю, это самая главная фишка этой тачки. Это диван спереди. У Vitz'ов просто обычные сидули. Но он симпатичнее, более внешне мне нравится. Но диван спереди у Passa. Если я выбирал бы среди этих машин, я бы, наверное, взял бы Passic, честно говоря. Диван меня просто влюбил. Через диван я влюбился в Passa. Так, 85 тысяч пробег. Ой, желтый, ладно. Давайте посмотрим какие-то более народные цвета. Серый, белый. Вот такой вот. 38 тысяч пробег, 3.5 оценка. Нормальная машина.
литровый 69 сил, такой же мотор. Нормально. Джу Сайтама. Так, окей, давайте откроем его. Так, ТКС нам больше не понадобится. По электрокарам, по лифам, если вам сложно рассчитать, если вы хотите получить консультацию, сколько, какой пробег там. Кстати, сейчас японцы указывают в переводе, сколько остаток делений, поэтому, в принципе, можно покупать с аукциона. Вот раньше не писали, сколько было делений у лифов. Было сложно купить, ну, какую-то вот прям максимально хорошую тачку. Сейчас указывают количество делений, поэтому, ребят, зачем вам платить пацанам на рынке, которые привезли этот автомобиль и продают со своей наценкой, когда вы можете заказать лифа напрямую с Японии. У вас есть многообразие цветов, выбора, вариантов состояния под любой бюджет от 300. Сколько у нас лиф? Я дал 348, самая низкая цена. Но только не берите бэушные лифы в России. Покупайте беспробежные. Хотя бы на рынке. Ладно, берите на рынке, а по-хорошему вообще из Японии. Потом эту тачку я бы бэушную в России я бы не взял бы никогда. Никогда я бы не взял бы. Я не знаю вообще, что с ней было. Еще там ПТС-ка там полтора года назад выданная, год назад. Лазили ли туда в батарею, не лазили, я не знаю. Поэтому я бы лично бы покупал бы однозначно, ну, беспробежный вариант. 231 тысяча. Итак, ВИЦ стоил бы 410. Это KCP-130. Так, 410 тысяч рублей. Это у нас 12-й год. Это у нас вот такой автомобиль. Вот такой. Так, давайте посмотрим. Так, а у них, по-моему, ведовых литров нету, если я не ошибаюсь. У них только 1,3 ведовый. Так, давайте сразу глянем литр проходной 14-15 года. Даже рестайлинг, наверное, можно купить. Ну, хотя рестайл, наверное, не возьмешь. Бюджета не хватит. $24,000, 4,5 оценка, 495 тысяч продан. Так, сейчас мы его сразу. Это популярная тачка, их надо пробивать обязательно, потому что машина может быть на самом деле 13-го года. KCP 210, 75, 63. Февраль 14 года, проходной. Так, он бы получился у нас 452 тысячи, 452, 13 год, на полтинник дороже, чем 12-13 год. Ну, как бы, не знаю, каждому решать. Такая же ситуация, что и спас. Давайте посмотрим, может быть, можно взять рестайлового. Так, вот рестайлинг у нас продается. Вообще, симпатяга. 26 тысяч пробег, РК оценка. Сейчас посмотрим. Так, ну вроде целый, нормальный. Да, нормальный вид. Проходной. А, ну да, рестайл весь проходной. Сколько бы ты нам получился? Ну, получился бы он в 485 тысяч рестайл. 485 тысяч рестайлинг. Рестайлинг. Нормально. Вот такой вот симпатичный малыш. За 485 тысяч. 14 года. Так, давайте найдем ведового вица. Ведовый виц у нас литров нету. Да, они только NCP 135.
NCP 135. Это у нас ВД, и они, я уверен, они прыгнут за 0.5. Они будут стоить дороже. Хотя не факт. Вот, допустим, белый рестайловый водовый вид, 455 оценка. 455 тысяч йен продан. РК оценка 15 год. Я чувствую, он зайдет в 0.5. Нет, не зайдет. 567. 567 тысяч. 4 ВД. Рестайл. Рестайл. Так, ладно, давайте посмотрим до рестайл. Посмотрим. Но их невыгодно вести будет. Что делать? Водовый не получится завести ниже 500 000. Ладно, идем дальше. Следующая машина у нас Honda N-Box. Вот такая вот коробка. Можно ли назвать ее автобусом? тысячи пробег. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Custom SS Package. Комплектация. 331 тысяча пробег. Посмотрите на эту симпатягу. Тоже удобный диван спереди. Разделенный на двое, подлокотники. Вообще, вообще супер. Сколько стоит? 374 тысячи. 374 тысячи со скидкой. Хороший вариант вообще. Так, это у нас был вот такой вот кастом, да? То есть это в тюнинге. А обычный выглядит у нас вот так вот. Нормально. На колесах прям вот японцы тоже подвергают стилизации подобные тачки. Пошарпанный весь. А вот посмотрите, синий кастом, но он тоже чуть подбитый. Так, ну в общем 370, это самый минимум. Вообще по-хорошему, конечно, вот такие вот варианты надо брать. G, это вот видите, у него фара обычная, а вот этот тоже обычная. GL Package. Ну, в общем, 400 тысяч на них надо. На модного N-бокса. Так, следующая машина тоже входит, наверное, ну, в топ-5 она входит. Это Nissan Note. E12 кузов. Мы посмотрим, как передний привод. Так, ВД. Так. Е12 14-15 год. Мы посмотрим цены от райдеры. А, ну райдера можно завести до 500 тысяч. Четверка оценка. Dig S. Это которые идут с турбиной, у которых 98 лошадей. У этих машин 3 цилиндра. Но едут они очень хорошо. В салоне приятно. В общем, нормальная машина. Но единственное, 3 цилиндра мотор, как бы. Так, что у нас тут в салоне? Такой вот салончик. Симпатичная машина. Симпатичная. 490, это он выходит. Так, нет, неверно, у нас стоит, их можно уже 260 покупать. Данные машины начинаются 413 тысяч. Dig S, хорошая комплектация с турбиной. Так, давайте посмотрим обычного Нота. Вот у него комплектация X,
79 лошадей. Сейчас глянем. Так, что-то у него подклеен этот бампер. Понятно. Ладно, не будем его смотреть. Давайте посмотрим вот этот вот. 43 тысячи пробег. 3,5 оценка. 5 тысяч. 428 тысяч он бы стоил бы. Это обычный не турбовой. Что Dig S, что обычные иксы продаются примерно в одинаковые деньги. Давайте найдем райдера. Это чуть другой салон. Это обвес. Это спойлер. Ну, Dig S еще. У Dig S еще также у него идет вроде бы ксенон. И идут камеры, которые держат полосу и которые видят препятствия. Спереди от авто. Так, мы ищем. Так, вот медалист. Вот в медалисте точно есть ксенон. Чуть другая решетка радиатора. Так, медалист. Вот еще один 53 тысячи пробег. Черные. Сколько они стоят? Nissan Note популярная тачка. Но они еще разнообразие такое дают. Он уже выходит за 500. 545. А вот и райдер. Вот и райдер. Вот такой красивый автомобиль. Моего друга мы привозили ему райдера. 85 тысяч пробег был. У него сдох вариатор через 2000. Но он не грел тачку. Зимой в Хабаровске, когда мороз был по 30. Может быть от этого, может быть такая тачка. Итак, райдер у нас выходит 557 тысяч рублей. Четверка оценка, 75 тысяч пробег. Но если посмотреть их ближе к сотне пробег, тогда будет подешевле. Так, ноты посчитали. Осталось чуть-чуть машин. Примерно 12-10. Так, Daihatsu Hi-Jet. Это у нас автобус. Так. Полтора часа, в общем, будем сидеть. Hi-Jet. Hi-Jet One. Это тоже автобусы по типу Honda Vamos и Mitsubishi Minicab. 4 ВД версия. Тоже Хоккайдо, Саппоро. 48 тысяч пробег. Deluxe Limited. Вот такая вот симпатяга. 48 тысяч пробег 15 года. Сей Токио. Хороший аукцион. 213 тысяч йен продан. Так, X3 на лобовом. B4. Вмятина на переднем крыле. Ну да, вон вижу, есть. Но ничего, можно взять. Нормальный автобус рабочий. Видите, он в какой грязи. Но я бы ставил бы. Ну и что грязь? Ну да, надо сделать химию. Посмотрите, грузопассажир с лавкой сзади. Нормально. И сколько он стоит денег символических? Сейчас еще 213 тысяч йен. $2000. 305 тысяч. 305 тысяч. Ниже. А, ниже Suzuki Alto 295. На втором месте Hi-Jet стоит 15 года. Так, идем дальше. Suzuki Swift. 14 года. Suzuki Swift. Четырнадцатый-пятнадцатый год. 1,2.
езжу на Suzuki SX4 у моей подруги. Такая машина. Ну, конечно, это не Swift, это, конечно, почти Scudic, но мне очень нравится. Вообще, Suzuki молодцы. Крепкие тачки. Так, 290 тысяч йен. Ну, 1,2. Что бы я взял бы? Suzuki Solo либо Swift? Я бы, наверное, Swift бы взял бы. Он и посимпатичнее, и более рентабельный. 290 тысяч йен. 456 со скидкой 436. 436 тысяч. Nissan Ат. Nissan Ат. Так, они 1.6. Нам нужен, который VY12. Это полторашка, передний привод. Полторашка, передний привод. Неужели она зайдет? Ну вот 200 тысяч йен, вот такой вот ад. Nissan Ademe. Ну, такая рабочая лошадка. Как пробокс у Тойоты. Мощность 100 лошадей поставим. 437 со скидкой 417 тысяч. Это самый старт за данные автомобили. 2014 год. Mitsubishi Lancer VY12. Это такая же тачка в партнерстве с Nissan. Mitsubishi сделали еще машину идентичную Аду. Nissan AD. Так, Mitsubishi Lancer. Лансер. Так, как тебя найти? Лансер One. Вот они, игреки 12. Пятнадцатый год. 241 тысяча. С 15 года, что ли? 4,5 оценка, 71 тысяча пробег. Очень хорошее состояние, но это тот же самый Nissan AD, но от Mitsubishi. Так, поставим сотню. Лошади вообще не играют роль, хоть 1000 лошадей поставь. 461, 441 тысяча. Я бы, наверное, брал бы все-таки Nissan, потому что, возможно, по запчастям есть различия, как, допустим, Toyota BB и Daihatsu. Какой же похож Daihatsu на Toyota BB его копия? И у них различаются запчасти. Я подруге покупал разбитого BB, и мы начали покупать какие-то запчасти от Daihatsu, и они не подходили. И просто мы их выкидывали в помойку. Toyota Probox NCP 50. Это 1.3, по-моему. Так, Toyota Probox. Уже народная машина, рабочая. Так, 14-15 год. Так, нам нужен Дори NCP50. NCP50. Probox One, точно. NCP50. 14-15. До рестайлова еще. Так, эти машины стоят. Ну вот. 300. Так, сейчас посмотрим. 250 тысяч йен. Продаются 14-й год. Так, сейчас мы его пробьем на всякий случай. 0,14. 59,68. Неизвестный формат. Берем галочку. Декабрь 2013 года. Нормальная проходная машина. Так, что, на веслах или нет? Да, на веслах. То есть самый простой пробокс. Но сам факт. Груз он умеет возить. 420. 420. Так,
А зайдет ли полторашка? Зайдет ли полторашка в до 0,5? Я думаю, нет. Так, ну хотя бы переднеприводная NCP-51. Эх, не зайдет, я чувствую. Вот, возьмем самого дешевого. Не будем. 270. Ценга тройка. Пойдет. До самого бюджетного расчета. Так. 100 лошадей. Полторашка. Передний привод. Заходит. 458. 458, полторашка перед. АВД. Ну это, конечно, уже. Вот они, 55-е. Так. Нет. Чуть-чуть выскакивают за 0,5. Так. Ну, в принципе, ВД не всем нужно. Если вам нужно катать груз по городу, мотор, что 1.3, что полторашка, у них надежные моторы, автомат, не вариатор. Поэтому, я думаю, вам Probox любой подойдет даже. В общем, старт заводового 530. Так, Nissan March. Nissan March 14-15 год. Сейчас что-то непопулярная машина, честно говоря. К13. Ну вот, голубого цвета, 75 тысяч пробег, четверка оценка, хороший вариант. Женский цвет. Так, 15-й год. Нормально. 387. March 387. Suzuki Hustler. Интересная машина. Suzuki Hustler. Hustler 14-15. Так, вот такой вот чемпионский автомобиль, 660 объем, 660 объем, четверка оценка, пробег 41 тысяча, стоят они 450 тысяч йен, цена от, и они выходят 446 тысяч со скидкой. Toyota Porta NCP-140. Порте. Порте. NCP-140. 14-15. Так, а мотор у нее 1.3, да? Так, сейчас посмотрим. 531 тысяча. Вот такая вот симпатяга 15 года. Но она не зайдет в 0.5. А почему мне ребята ее написали? Сейчас, подождите. Ну да, она не заходит, она 612 тысяч стоит. Ну, кстати, обратите внимание на вот эту вот машинку. Так, а что если мы поставим... Честно говоря, вообще с данной машиной Доминика не сталкивался. Полторашки. Полторашки 1.3. А, ну все. А почему мне ребята ее написали? Не знаю. Их не завести. В 0.5 вычеркиваем порты. Mazda Demio DE3AS. Так,
Вот такая вот симпатяга, 100 тысяч пробег. Серый цвет, 3,5 оценка CA Саппора. А, не выдовывает, да? Ребята мне написали именно этот кузов. Видно, он популярен. 451. Нормально. Так, а перед сколько у нас будет стоить? Перед у нас будет стоить... Так, DJ 3FS. DJ 3FS. Так, это у нас рестайлинг. Не зайдет. Но это уже, да, это в стиле новых CX5, CX3. Да, это уже крутой дизайн. Ну, давайте посчитаем. Может, мало ли кому-то приглянется. Да, крутая тачка. Цена 627. 627, 15 год. 15 год. Так, идем дальше. Ну и последняя машина Toyota Vitz CP130. А мы же смотрели Vitz. Да, я по Vitz вообще все рассказал. Ребят, в общем, вот так вот мы посмотрели машину. Очень много интересного дизайна. Согласитесь, вообще выбор очень широкий. До полмиллиона есть что присмотреть. Поэтому мы сейчас заполним каталог всеми этими автомобилями. У нас будет очень много предложений. У нас ребята будут знать выдовые, невыдовые кузова, какие-то по лошадям, по моторам, отличия по коробкам, потому что там в машинах, где 660 объем, у них есть робот, есть вариатор, есть механика. Поэтому, в общем, если вы интересуетесь подобным сегментом до 500 тысяч рублей, звоните нам, пишите по всем линиям связи, ответим на ваши вопросы. Напоминаю то, что все цены, которые я считал, это со скидкой 20 тысяч рублей, которую мы даем на данный бюджетный сегмент, чтобы сделать более доступными эти автомобили. Ребят, я с вами прощаюсь. Напишите в комментариях свои вопросы, напишите в комментариях, заходит ли подобный формат видео, делать ли еще, потому что у нас сделать вообще кучу видео подобного формата. Напишите ваше мнение. Фух, подустал даже за это время, почти 1,5 часа. Ребят, пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.